Всем привет! С вами Информ ТВ. Александр Константинов – знаменитый участник реалити-шоу «Голод». На кастинг он пришел благодаря спору со своим братом и смог попасть в ряды его участников. Все это происходило в далеком 2003 году. Там Александр попал в Берлин с остальными участниками. Их целью было заработать себе денег на жизнь, выполняя различные задания. Зачастую будущий победитель был вынужден морить себя голодом. За все время участия Александр похудел на целых 20 килограммов. На шоу Александр повстречал и свою будущую невесту, но он не смог заполучить ее так просто. У Карины Сабирзяновой на тот момент был жених, который тоже приехал на шоу и сделал свои возлюбленные предложения руки и сердца. Затем Карина ушла из проекта и вышла замуж за своего избранника. Но по окончании шоу она поняла, что совершила ошибку, вышла замуж не за того. Она быстренько развелась со своим мужем и поехала в Москву, к Саше. После своей победы он поступил в Щукинское училище. Там он стал одним из лучших студентов за все время. В этот же период на него посыпались предложения о съемках в кино. Дебютом стала роль в картине «Кодекс чести», а позднее он снялся в сериале «Папины дочки». Также он заполучил и главную роль – сыграл князя Воронцова в сериале «Одна ночь любви». После этого он снимался еще в множестве фильмов и сериалов «Карамель», «Невеста моего жениха», «Ефросинья» и многие-многие другие. Сначала Александр и Карина не спешили жениться, но после того, как девушка сообщила о своей беременности, они сразу же направились в ЗАГС. На данный момент Александру 39 лет. Он счастлив в браке с Кариной. Они вдвоем воспитывают своих детишек – Клима, Оливию и Теону. А вы в шоу «Голод» за кого болели? За Александра? Да или нет? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!